старинная сказка на новый лад. Перед просмотром обязательно включите чувство юмора. Однажды на спящую принцессу напал черный гадкий злодей. Замотал он ее в мешок. Ой, как она пыталась звать на помощь, как сопротивлялась. Ничего не помогло. Потащил ее черный злодей в черную-черную дверь. Тут добрый молодец мимо пробегал. Стал он спасать принцессу. Тянул изо всех сил, боролся с черным злодеем. Не хватало ему силушек богатырских. А черный злодей еще и напал на добрый молодца. Испугал его, поранил. Но не сдался добрый молодец. Поехал он за 3 9 земель, отыскал темницу, в которую принцессу заточили. Охраняли принцессу миньоны, целое войско злобных миньонов. Стал добрый молодец думать, как же ему принцессу спасти. «Спускайся, — говорит, — принцессушка!» Но только злой миньон спрыгнул, хотел напасть на добрый молодца. И понял тут добрый молодец, что не справится ему с этим войском без хорошего богатырского оружия. Сел тогда он на своего верного коня и поехал к кузнецу. В тех краях кузнец был знатный, оружие делал богатырское. Неужто не спасет он добрый молодца? Приехал добрый молодец. Взял он у кузнеца клинок волшебный. Арбалет со стрелой кованый. Уж такой арбалет всем арбалетом арбалет. Меч-кладенец в ножнах ярких. И щит с гербом ясно солнышко. Будь добрый! Оружие богатырское просто так в руки не дастся. И клинком, и мечом владеть надо бы уметь. А из арбалета стрелы пускать — так вообще отдельная наука. И щит надо в руке держать правильно, чтоб от врагов своих уметь защититься. Где всему этому научиться? Конечно же, у лучших ратников, у лучших воинов королевских. И поехал добрый молодец к лучникам. Стал смотреть, как они стрелы пускают из луков своих. Для того, чтобы самому научиться из арбалета стрелы пускать. И решил добрый молодец потренироваться как следует. Цель поставил. Мина. Стрелы пускает. Бум. Мина. Не сразу получилось. Но если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот уж стрелы летят почти точно в цель. Приобрел опыт добрый молодец. Вот как метко попадает. Теперь никакой враг не страшен. Но только арбалетом владеть недостаточно. Нужно еще мечом уметь пользоваться. Сел на своего доброго коня молодец и поехал на поле ратное. Там лучшие королевские ратники, лучшие королевские воины палицами размахивают, тренируются. Стал добрый молодец присматриваться, как они руку держат, как палец ухватывают, как со своими противниками борются. Все для того, чтобы самому научиться. Посмотрел, а потом и сам взял меч и давай тренироваться. С молодым воином, с молодым да опытным, не так-то просто с ним справиться. Thank you.
чем дольше тренируется добрый молодец, тем лучше у него получается. Вон как он уже с добрым воином-то справляется. Вот так, удар за ударом. Никакой враг теперь точно не страшен. Только и успевает от него воин спасаться за щитом с ясным солнышком. Да только щит самому доброму молодцу потребуется, когда он будет против войска миньонов сражаться. Вот какое мастерство приобрел добрый молодец. Сел он на своего коня доброго и поехал к темнице, где принцесса томилась. Меч в руках, никакие миньоны не страшны. Только нужно сначала за угол заглянуть, вдруг там кто подлый спрятался. Осмотрелся добрый молодец, никого подлого не нашел. Со всех сторон обошел. Взял добрый молодец в руки арбалет и выстрелил прямо в сердце миньону. Не попал слегка, не убил, только ранил. Еще раз стрельнул для надежности. А потом взял он злобного миньона прямо за волосы. Вот так. И сбросил его с лестницы высокой. Вот так. Изо всех сил вниз его, вниз злобного миньона. И мечом, мечом его добил, чтоб никогда больше миньон не помогал злобному гадкому злодею. И не удерживал принцесс в темницах тайных. Вот так ему, вот так. Зря, что ли, у доброго молодца оружие-то такое волшебное. Стал он подниматься по высокой лестнице к темной темнице. Там же принцесса, спасать-то надо. А за поворотом еще один миньон притаился. Но добрый молодец и с ним справился. Схватил добрый молодец миньона и сбросил его. Чтобы не помогал он гадкому черному злодею, чтоб не удерживал он принцесс в темных темницах. А принцесса тем временем в окошко выглядывает, в двери стучится, ждет не дождется добрый молодца, когда ж он спасет ее. Расправился добрый молодец с последним миньоном. Все, свободен путь. Можно подниматься по лестнице, можно принцессу из заточения вызволять. Взял наш добрый молодец принцессу за ручку и вывел ее из темницы темной. Вниз по лесенке спускаются, радуются свету Божьему. Благодарна принцесса доброму молодцу, а тот стесняется. Вот такой добрый молодец спас он принцессу от злых миньонов, от гадкого черного злодея.